Общественность Сочи хотят и будут слышать. В минувшие выходные сочинские активисты-автовладельцы инициировали митинг против незаконной эвакуации. Тогда представители общественности заявили, что не против эвакуации в принципе, а не против воровства машин с парковок ради наживы. И в некоторых случаях этому способствуют неверно установленные на улицах Сочи дорожные знаки. На первом совещании с участием общественности власти города подчеркнули, заявления о недобросовестности работы эвакуационных служб будут тщательно проверены. Для того, чтобы на улицах нашего города стояли в нужных местах нужные дорожные знаки, чтобы была та разметка, которая необходима и нужна жителям нашего города. И если сотрудники эвакуационных служб, как у меня есть информация, занимаясь отсебячиной, устанавливают какие-то дорожные знаки, нужные только им, то этому должна быть дана самая жесткая оценка. На повестке дня целый список вопросов. Один из самых важных – процесс паспортизации всех городских улиц. Это определенная схема, наглядная картина того, где и как в этих местах должны быть размещены знаки и разметка. На встрече поднимали и другие вопросы. Одни касались установки знаков, другие, наоборот, их ликвидации. В процессе работы стало понятно, что просто путем голосования знаки на улицах Сочи не появляются. Нужно четкое представление, что дает тот или иной знак и что изменится с его исчезновением. Технически выводите на экран, мы для чего это все подготовили? Для того, чтобы все понимали, о чем идет речь. Тогда дайте фотографию улицы, покажите, что транспорт стоит с двух сторон. В каком месте, где будет стоять этот знак? Какая сейчас обстановка и чего мы добьемся? И цель какая? А жители улицы Цурюпы на собственный вкус усложняют движение на дороге. Активист попросил разобраться, законно ли установлена искусственная неровность, изготовленная кустарным способом. Мое предложение – сделать этот надолг по ГОСТу, как положено, чтобы он был, и поставить знаки, чтобы 20 километров, за сколько метров, сколько положено по ГАИ, вот, чтобы человек ночью едет, он знал, что впереди есть неровность, правильно? Лежачий полицейский, как называется. Значит, он должен притормозить и выполнить требования знака. Тогда есть предложение перенести этот вопрос также на следующую комиссию. Сотрудникам полиции попросить выехать на это место и изучить ситуацию и дать нам свое экспертное заключение. Чтобы мы понимали, что мы не совершаем ошибку. Можно там, нельзя там, поворот там, либо какой участок. На комиссии рассмотрели необходимость установки искусственных ограничителей скорости сразу на нескольких улицах. Инициаторы – сами жители. Они же готовы и профинансировать работы. Очередное заседание комиссии состоится через неделю, где новый состав продолжит изучать устройство городских улиц в знаках и разметках.